разговор с Ачинским полигоном ТБУ у него заключен. Мне сегодня не доложили, скорее всего, у него еще машины, то есть проблемы с ГЛОНАССом. То есть еще нету машин с ГЛОНАССом. Если он не предоставит все документы, то есть согласно конкурсной документации, то мы будем вынуждены то есть разорвать контракт и заключить следующий. Заново объявить аукцион? Нет, по закону. А следующий, кто был участником? Александр Владимирович, а сколько мусора вот должны это вывести? Мусора как такового, там я не помню в цифрах, я, честно говоря, не помню. Но того мусора твердых коммунальных отходов там не такое большое количество. То есть в основном это листва и древесные, то есть кусты, эти самые ветки. Вот. Это в основном, я ж не раз там был. Вот. А то, что касается твердых коммунальных отходов, то они, то есть он, договор он предоставит. Вот. Я, а вот эти древесные отходы, они все останутся на той площадке? Нет, нет, он готов приобрести машину по переработке вот этих вот веток. То есть это же у нас не отходы получается, да? То есть, да. Вот. И мы далее даже разговаривали уже с нашими управляющими, потому что сейчас весна пойдет, ой, осень придет, нам же тоже надо будет порядок с ветками и с деревьями наводить. Одна из управляющих компаний готова приобрести тоже такой агрегат. Мы готовы, ищем им выделить земельный участок именно под складирование вот, древесно-скожечных вот этих отходов, то есть щепы, даже не веток, а просто переработанные щепы. Вплоть до того, что дальнейшее использование как гумусный слой, как удобрение, мы готовы им дать эту земельный участок. А в данном случае эту установку приобретет подрядчик, который будет ликвидировать свалку? Он говорил мне об этом. То есть я или привезти, или взять в аренду, или приобрести. Подрядчик мне говорил.